История России в фотографиях представляет. Советские войска в Болгарии. Болгарская операция продолжалась всего два дня, 8-9 сентября 1944 года, так как советские войска не встретили никакого сопротивления со стороны болгарской армии. Болгария была единственным сателлитом Третьего рейха, который даже символически не участвовал в войне против СССР. Слишком сильны были исторические связи двух народов. Болгары были обязаны русским своей независимостью от турок. Однако немцы использовали болгарские аэродромы, железные дороги и морские порты для военных действий на Востоке. Советское руководство неоднократно требовало от Болгарии прекратить оказывать помощь нацистам. Болгария объявила нейтралитет и потребовала вывода германских войск. Около 30 тысяч солдат Третьего рейха, не вступая в соприкосновение с РКК, ушли в Югославию. 5 сентября Красная армия во взаимодействии с Черноморским флотом вышла к румыно-болгарской границе. 9 сентября было опубликовано сообщение Совинформбюро о прекращении военных действий в Болгарии. 16 сентября болгарское население приветствовало советских солдат в Софии.